Вести Карачаево-Черкесия. В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях. На базе Хапецкого гипсового завода открылось производство гипсокартонных листов. Госдума предложила ввести льготы и кэшбэк на туризм для 7 участников специальной военной операции. С 1 февраля этого года будет проиндексирован материнский капитал на 12,4%, и в Карачаево-Черкесии впервые разработана программа комплексного развития молодежной политики. Далее подробности. На минувшей неделе Карачаево-Черкесию с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. Он провел двустороннюю встречу с главой Карачаево-Черкесии, а затем вместе с Рашидом Тимрезовым принял участие в торжественном пуске нового цеха по производству гипсокартона. За год там планируют выпускать от 15 до 20 миллионов кубометров стройматериалов, что позволит покрыть потребности в гипсокартоне не только Северного Кавказа, но и всего Юга России. Я хочу сказать, что перспектива предприятия хорошая. Хочу поблагодарить руководство республики за поддержку этого проекта, собственников этого предприятия, за те не только желания, но и за стремление в реализации и доведение этого проекта до логического завершения. Руководитель региона Рашид Тимрезов в ходе церемонии открытия нового производства поблагодарил вице-премьера за активное участие в развитии промышленной отрасли республики, за его поддержку и внимание к промышленным предприятиям региона. На самом деле мы видим практические результаты от той поддержки, которую сегодня мы чувствуем и со стороны президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и правительства Российской Федерации. Уверен, что в этом году у нас еще будут такие прекрасные события, как открытие новых предприятий, производственных линий. Мы промышленный регион, хоть может быть и не такой большой в рамках нашей страны, но в то же время, и это сегодня подтверждает визит заместителя председателя правительства Дениса Валентиновича Мантурова к нам в республику, то, что для нашей страны, конечно же, для нашей республики любые предприятия очень важны. Новый завод мощностью 15 миллионов квадратных метров гипсокартона в год будет производить и реализовывать продукцию, помогающую обеспечить технологический суверенитет России вместо иностранных аналогов. При этом гарантию поставки качественного отечественного сырья обеспечивает гипсовое месторождение, расположенное на территории Карачаево-Черкесии. Объем инвестиций в проект составляет 1 миллиард 350 миллионов рублей. Напомним, Хапецкий гипсовый завод специализируется на производстве гипса, сухих смесей на гипсовой и цементной основе, асфальтобетона, бетона и так далее. Завод основан в 1991 году. Компания прошла путь от небольшого производства, выпускающего два вида продукции – гипсового вяжущего и гипсовых блоков, до современного предприятия, в ассортименте которого более 40 наименований продукции. У компании широчайшая география поставок от Северокавказского федерального округа и ЮФО до Сибири и Дальнего Востока. По оценке Российской гипсовой ассоциации, на долю Хабецкого гипсового завода приходится 4% российского рынка сухих строительных смесей и 6% рынка пазогребневых плит. В ходе состоявшейся двусторонней встречи с заместителем председателя правительства России, министром промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым обсуждены расширение, модернизация и строительство новых производств, докапитализация регионального фонда развития промышленности за счет единой региональной субсидии и создание в Карачаево-Черкесии индустриального парка на базе бывшего автомобильного завода «Деревейс». Денис Мантуров заявил о том, что готов поддержать озвученную инициативу Рашида Тимрезова по созданию производства канатных дорог. Он также поддержал предложение главы Карачаево-Черкесии расширить возможности федеральной поддержки РФРП по Северокавказскому федеральному округу по аналогии с регионами Дальневосточного федерального округа, а также Крыма и Севастополя, где на 90% проекты финансируются со стороны Федерального фонда развития промышленности, а на 10%
клиентов из регионального. Кроме того, глава Минпромторга России предложил региональным предприятиям включиться в работу по кластерной инвестиционной платформе. Она дает доступ к льготному заемному финансированию для производителей критически важной продукции. После торжественной церемонии запуска новой линии по производству гипсокартонных листов на Хабесском гипсовом заводе вице-премьер России Денис Мантуров и глава Карачаечгеси Рашид Тимрезов ознакомились с выставочной экспозицией, где 15 промышленных предприятий республики представили изготавливаемую ими продукцию. Это производство строительных материалов, лекарственных и дезинфицирующих средств, косметической, санитарно-гигиенической продукции и бумажных изделий бытового назначения, текстильных изделий, а также холодильного и вентиляционного оборудования, резиновых технических изделий. Гости пообщались с руководителями предприятий и оценили результаты их работы за последние 3 года. Большинство предприятий продемонстрировали хорошую инвестиционную активность в последние годы. В ходе беседы каждый руководитель предприятия рассказал, что хорошо понимает структуру предоставляемых федеральных и региональных мер поддержки по линии Минпромторга страны и уже ими пользуются. Денис Валентинович очень внимательно общался с каждым руководителем предприятия и сразу же обозначал им действующие меры поддержки для дальнейшего развития их производств. Глава Карачаечгеси Рашид Тимрезов побывал с рабочей поездкой в Хабесском районе, где в этом году продолжается реализация масштабного проекта по строительству группового водопровода. Плюс работы на социальных объектах, скорый капитальный ремонт поликлиники Хабесской центральной районной больницы, строительство нового корпуса лицея-интерната и капитальный ремонт школ в Хабезе и Беслинее. Глава региона также лично ознакомился с ходом строительства в Хабезе нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который возводится по социальной программе «Газпром детям». Информацию комментирует руководитель подрядной организации Артур Никогасян. Наш спортзал будет общей площадью 1500 квадратных метров, оснащен 2 большими залами, один в 150 квадратных метров, тренажерным залом и второй зал большой для игровых видов спорта, 750 квадратов. Наш спортзал обладает 2 раздельными гардеробными для разнополных спортсменов. Вместе с тем, в этом году в Хабесском районе продолжится реконструкция автомобильной дороги Черкесск-Хабез, подъезд Камсуар-Хыз. По итогам минувшего года было отремонтировано 5 километров дороги в районном центре аули Хабез. На текущий год запланирован ремонт 2 участков дорог в аулах Бавука и Зиюка общей протяженностью порядка 8 километров. Руководитель региона Рашид Тимрезов принял участие в общероссийском форуме развития овцеводства на Северном Кавказе, которое прошло в Минеральных водах. Организатор форума – Национальный союз овцеводов при поддержке Министерства сельского хозяйства России и при участии группы компаний «Домате». Глава Карачаечгеси в своем выступлении отметил, что в регионе благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства страны усилиям бизнеса и аграриев овцеводство вышло на новый уровень буквально за несколько лет. Взаимодействие субъекта и группы компаний «Домате» оно себя показало, в том числе и когда мы 23 сентября уже запустили абсолютно современный, ну по сути новый завод мясоперерабатывающий. Уверен в том, что у нас и при такой координации и поддержке Минсельхоза России мы только будем двигаться вперед. Но тут бы я хотел бы все-таки выступить больше на стороне наших овцеводов. Они своим трудом таким тяжелым, непростым, показывают результаты. Госдума предложила ввести льготы и кэшбэк на туризм для 7 участников специальной военной операции на Украине. 7 жителей Карачаечгеси, принимающие участие в СВО, также могут получить льготы на туризм. Комитет Госдумы по экономической политике предложил предоставить участникам специальной военной операции, их семьям, туристические сертификаты и льготы на санаторно-курортное лечение. По словам зампреда Комитета по экономической политике Надежды Школкиной, необходимо предложить жителям новых территорий, их семьям, а также участникам специальной военной операции туристические продукты, в том числе сертификаты, рассмотреть возможность установить кэшбэк и принять решение о льготах на перелеты и проезд железнодорожным транспортом.
С 1 февраля этого года планируется проиндексировать материнский капитал на 12,4%. Размер выплаты на первого ребенка составит 589 600 рублей и 779 тысяч на второго ребенка. Индексация коснется и тех граждан, кто уже получил выплату на первого ребенка, но еще не получал на второго, а также тех, у кого еще осталась часть неиспользованных средств материнского капитала. Например, родители, получившие мат-капитал на первого ребенка, на второго в текущем году смогут получить почти 190 тысяч рублей. В прошлом году эта сумма составляла более 168 тысяч. Такое увеличение напрямую связано с уровнем инфляции. Сумма материнского капитала будет проиндексирована и в 2024 и 2025 годах на 5,5% и 4% соответственно. Более 200 тысяч тонн сахарной свеклы собрали аграрии Карачаево-Черкесии в прошлом году, что на 15% выше показателей позапрошлого года. А в регионе за прошедший год собрано более 408 тысяч тонн зерна, увеличение на 6,7%, 210 тысяч тонн сахарной свеклы при урожайности 420 центнеров с одного гектара, увеличение более чем на 15%, подсолнечника 31 400 тонн при урожайности 30 центнеров с гектаром. Кроме того, собрано 22,5 тысячи тонн картофеля при урожайности 150 центнеров с гектара и овощей около 5 тысяч тонн. В структуре сельскохозяйственных угодий республики более 70% посевных площадей отводится под зерновые культуры, в том числе кукурузу на зерно, яровую и озимую пшеницу, ячмень и овес. 5% под кормовые культуры – это кукуруза, корнеплоды, травы. 17% на технические культуры, сахарную свеклу, подсолнечник на зерно и 1% на овощи открытого грунта. Под урожай 2023 года планируется произвести сев сельскохозяйственных культур на площади 125 тысяч гектаров, в том числе сев яровых сельскохозяйственных культур на 100 тысячах гектарах. И в продолжение этой темы. Сейчас в регионе полным ходом идет подготовка техники к весенним полевым работам. В республике числится 2119 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 467 единиц тракторов всех модификаций, 106 единиц зерноуборочных комбайнов и необходимое количество инвентаря, требующегося по технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Готовность техники к весенним полевым работам составляет 92%. Энергетики республики в прошлом году установили в населенных пунктах Карачаево-Черкесии 30 новых силовых трансформаторов и трансформаторных подстанций 10 на 0,4 кВт. В частности, в Адыгейхабльском, Зеленчукском, Карачаевском, Прикубанском, Малокарачаевском и Урупском районах специалисты филиала Карачаево-Черкесэнерго смонтировали 26 трансформаторных подстанций. Объем введенной мощности составил 5,4 мегавольт-ампер. В ряде населенных пунктов Зеленчукского, Прикубанского, Хабецкого и Малокарачаевского районов, где возникла необходимость в увеличении выдаваемой мощности, было установлено 4 силовых трансформатора. Ввод новых энергомощностей и энергообъектов обусловлен расширением территории населенных пунктов республики и ежегодным ростом нагрузки на распределительные сети 10 на 0,4 кВт. В Карачаево-Черкесии впервые разработана и готова к реализации программа комплексного развития молодежной политики. По словам руководителя региона, в текущем году предстоит большой фронт работы, который предполагает вовлечение в общественную и социально значимую деятельность, работу по выявлению и развитию творческого научного потенциала молодежи региона. Так, в этом году откроется Республиканский дом молодежи, на базе которого будет создано коворкинг-пространство для молодых предпринимателей, творческая мастерская и лекторий. В рамках программы комплексного развития молодежной политики в 2023 году откроются два молодежных центра со всем необходимым оснащением для эффективной работы с молодежью по развитию их профессиональных, личных и социальных качеств. Еще одним элементом программы станет создание корпоративного университета. Это пространство объединит в себе центр подготовки специалистов в двух востребованных отраслях – в сфере легкой промышленности и туризма, а также школу программирования, интеллектуальный клуб и Республиканский центр развития добровольчества. Вместе с тем, летом начнет свою работу молодежный палаточный лагерь на 90 мест, где будут проводиться образовательные тренинги.
Кроме прочего, на этот год запланированы десятки форумов, в том числе грантовых, и сотни других различных мероприятий для молодежи. В прошлом году Министерством по делам молодежи Карачая-Черкесии проведено около 200 мероприятий. При поддержке фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам молодежи состоялись 4 конкурса. Поддержано около 50 проектов с общим фондом в 30 миллионов рублей, рассказывает заместитель министра по делам молодежи республики Расул Найманов. В Карачай-Черкесской республике молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет порядка 135 тысяч. В грантовых конкурсах, которые были проведены в прошлом году, около 50 стали победителями с совокупной грантовой суммой более 30 миллионов. Министерство по делам молодежи Карачай-Черкесской республики подало заявку на программу «Регион для молодых» и победило, получив 57 миллионов для реализации молодежной политики на 2023 год. Это все про то, как формируется повестка молодежной политики в республике и участие молодых людей в повестке молодежной политики позволяет нам думать над тем, как будет развиваться наше будущее, потому что это про работу, когда молодые люди могут на наших глазах превращаться в ответственных взрослых, и таким образом мы говорим о том, как мы транслируем, как мы передаем знания и навыки нашему будущему. Федеральная служба судебных приставов России запустила голосовой бот с технологией искусственного интеллекта для дистанционного обслуживания граждан. Теперь жители Карачая-Черкесии из общения с голосовым ботом могут получить информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, наложение ареста на имущество и банковские счета, а также об ограничениях на регистрацию имущества и выезд из страны. Полина – это имя цифрового помощника, доступно по номеру 8 800 303 400 круглосуточно и готова ответить на любые вопросы, рассказывает заместитель начальника отдела управления Федеральной службы судебных приставов России по Карачая-Черкесии Лариса Байчорова. Реализация проекта позволит повысить доступность сервиса ФССП России, позволит повысить качество обслуживания граждан, а также увеличить количество консультаций, что будет очень удобно для граждан, не посещая службу судебных приставов и различные структурные подразделения, получить информацию, не выходя из дома. В случае, если ту информацию, которую предоставил, будет недостаточно, любой гражданин может обратиться на единый номер группы телефонного обслуживания. Там его свяжут с конкретно интересующим судебным приставом. В Карачаево-Черкесии стартовал марафон открытия первичных ячеек движения «Первых», которые появятся в каждом учебном заведении республики, в том числе в средних профессионально-образовательных учреждениях, волонтерских организациях и центрах доп. Образования. На торжественной линейке в гимназии номер 19 республиканской столицы сразу 120 ребят дали торжественную клятву быть верными движению «Первых» и служить на благо молодежи страны. Информацию комментирует председатель регионального совета российского движения детей и молодежи движения «Первых» Алина Гукимухова. Цели, конечно же, амбициозные, цели, действительно требующие внимания и требующие сил. Ведь на самом деле мы сейчас строим всю организацию заново. Да, мы строим ее на основе российского движения школьников, но все равно к нам не стоит забывать, что добавились и студенты из СПО, поэтому нам необходимо построить ту сеть детских организаций, которая позволит ребенку развиваться. Ну и в заключение выпуска новости спорта. Свыше 300 юных спортсменов России приняли участие в межрегиональном турнире по греко-римской борьбе в честь мастера спорта СССР Теймураза Бабухади, который прошел в Черкесске. Соревнования проводились во дворце спорта «Юбилейный» среди борцов разных возрастных категорий от 8 до 12 лет. Всего турнир собрал более 30 команд из самых разных регионов России – Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алании, Архангельской и Московской областей, Ставропольского края и Карачая-Черкесии, Кубани, Крыма и Югры. Сборная нашей республики завоевала различные награды. Победителями стали Назар Киков, Али Мугогов, Артур Туаршев, Тимофей Малиночкин, Эмир Ксалов, Рахим Сатимиров, Ренат Выков, Ильдар Меримуков, Давид Григорян, Ансар Кунижев, Нарт Псиунов и Азамат Нахушев.
Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия». До новых встреч!